Мы на канале Семья Тумановых, и сегодня у нас новая игрушка. Посмотрите, какая у меня игрушка. У тебя что, Бэтмен крутой? Ну да. Дима, сегодня мы открываем Бэтмобиль Бэтмена. Да. Крутой автомобиль Бэтмена. А еще его погрузчик. И погрузчик еще здесь есть. Да? Да. Держи. Это аналог Лего, Дима. Мы собираем с тобой аналог Лего. У Бэтмена же должен быть свой автомобиль. Вот сейчас мы для Бэтмена специально соберем крутой автомобиль. Кстати, здесь две игрушки Бэтмен. Один черный Бэтмен, другой Desert Бэтмен. Это пустынный Бэтмен. 235 деталей. Дима, мы сейчас ее соберем, эту машинку и погрузчика. Да. Ты доволен? И вот автомобиль собран. Да. Мы... И Бэтмен тоже. И Бэтмен сейчас поедет на спецзадание. Он же супергерой. Да. А что это он лежит, Бэтмен у нас? Вставай, Бэтмен, вставай! Вставай! Пора садиться в автомобиль и ехать. Да. Ой, отвалилось что-то, Дима. Почему он разваливается у нас? Ну-ка, механика, срочно вызовите. Пусть он починит. У него, кстати, напарник есть. Смотри, Бэтмен, он тоже вон там спит. А чё он спит? Давай просыпайся, работать пора. Он будет на погрузчике у нас ездить. Ой-ой-ой-ой-ой, машина разломалась. Смотри. Давай чинить. Так. Почему так произошло? Почему? Что-то пошло не так. Сейчас будем чинить. Так, приделаем детальку сюда. А это откуда? Что за автомобиль прислали нам такой непонятный? Так, ребята, не скучаем, пока я поехал на задание. Вы тут не скучайте. Я уехал. Работать пора. А чё он спит? Почему он спит? Работать пора. Ну-ка, вставай быстро. Сейчас Бэтмен приедет, чёрный. Бэтмен, я не сплю уже, поехали работать, поехали. А я на спецзадание, а ты иди работай. Машина-то большая. Давай меня тоже возьми с собой. Давай, я тоже пойду. Я тоже хочу с тобой, Бэтмен, подожди меня. Уезжаем быстрее. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки. И подписывайся на канал. Пока-пока. Еще увидимся!